Здравствуйте. Это программа «Общий рынок», в студии Кирилл Танаев. Мы говорим о главном в экономике на евразийском пространстве. Евразийская экономическая комиссия и Евразийский банк развития будут совместно анализировать экономику таможенного союза. Национальные органы и Международный финансовый институт подписали меморандум о сотрудничестве. Комиссию интересует исследование банка в макроэкономической сфере, а также его инвестиционная деятельность. Степень согласованности макроэкономической политики между Россией, Белоруссией и Казахстаном будет расти, отметил председатель коллегии ЕЭК Виктор Христенко. Поэтому комиссии важно иметь доступ к качественной аналитике, в том числе в области макроэкономики. Для обеспечения свободы инвестиций, кроме законодательного поля, крайне важны крупные проекты. Крупные проекты сами по себе являются такими индикаторами административных систем эффективности или неэффективности.